Первым вопросом заседания стало принятие решения о бюджете Челябинска на 2019 год. Планируемый объем дохода городской казны – 33,5 миллиарда рублей. Расходы же составят 34 миллиарда 100 миллионов. При этом главный финансовый документ южноуральской столицы останется социально ориентированным. На образование, здравоохранение, спорт и культуру запланировано 84% расходов. Я думаю, что будут изменения в связи с еще областными трансферами, которые нам должны прийти. Это касается как раз подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, деньги из области на наши мероприятия, на приведение города в порядок, на благоустройство, на программу «Реальные дела», которую сегодня поддерживает губернатор Челябинской области. Важным событием заседания городской думы стало и начало конкурса по отбору кандидатур на должность главы Челябинска. Заявки от претендентов будут приниматься с 20 декабря по 15 января. А 22 февраля пройдет заседание конкурсной комиссии, на которой кандидатам предстоит пройти собеседование и представить на рассмотрение программу социально-экономического развития города. В этом положении, в которое мы сегодня приняли, прописаны все требования к кандидатам, которые должны быть. Это и человек, который живет в Челябинске, обладает пассивным выборным правом, человек, имеющий высшее образование, управленческий опыт. Еще одно решение касалось установки мемориальной доски заслуженному тренеру России Валерию Белоусову. Расположится она по адресу проспект Ленина, дом 65. Необходимую сумму депутаты собрали из собственных средств. Анастасия Мельникова, Антон Ступко, СТС, Челябинск.